учителем. Но поступала в фармацевтическое училище. А потом вот я все-таки, моя мечта наполовину сбылась. Потому что у нас уже несколько лет, около 10 лет, приемная семья. Я воспитываю ребятишек. Настя у нас скромница и тихоня. Очень-очень тихая, спокойная девочка. Вяжет со мной, дома помогает. Вот этот скромник и вот этот. Они ходят в военно-патриотическое объединение «Юнармеец». Вот этот мальчик у нас туда стал ходить в 5 лет. Он просто ходил смотреть со старшим братом. Они его туда вовлекли, в эти занятия. И первое его выступление было вот в этом Доме культуры на День Победы. Даже я не ожидала сама, я не видела, что он там на сцене делал. Я плакала. И вот с этим объединением они у нас ездят. Они уже были по всей России, в Москве, в Питере. В этом году они были в Волгограде, по местам боевой славы воинов-сибиряков. И поэтому я бы хотела, чтобы дальнейшая вот их жизнь была с этим связана. У нас как бы школа небольшая, а приемных семей очень много. Вот, где-то около 40 человек, наверное, у нас приемных детей учатся в школе. Вот из 40 где-то человек 18, наверное, занимается у меня. Все, кто занимается у меня, им нравится это. Потому что туризм, жить в палатках, романтика, опасность. Вот это их, наверное, и прельщает. Ребята, которые ездят на эти соревнования, осуществляют свои первые прыжки с парашютом. У нас в школе имеются свои купола. То есть мы можем, делаем полевую разборку, боевую укладку парашюта, что-то делаем в стапеле, то есть действия парашютиста в воздухе отрабатываем. Кто ходит ко мне, они должны быть уверены не только в себе. Я должен быть уверен в них, а они должны быть уверены в своих товарищах. И, потому что от них во многом зависит жизнь. Очень много семей, которые если ходят, то вместе или с братом, с сестрой, или сестра с братом ходят. То есть старшие влекут младших, и когда детей в семье много, тогда они как бы воспитывают друг друга, и дети воспитаннее и доброжелательнее относятся к обществу. Потому что они живут уже в такой среде, когда чего-то не хватает, и они это понимают. Чем-то они делятся со своими близкими, а чем-то жертвуют. А я своих детей учу. Ну, сегодня не выиграли, значит, вы что-то сделали не так. Значит, нужно сделать на следующий раз по-другому. Каждый зуб вот так вот кропотливо, не торопясь, чтобы выдержать угол и так далее. Тот же самый медленный кропотливый труд, и видно его не сразу. Хотя здесь, ну, в течение там 20 минут можно точить, и будет видно. А работу с детьми будет видно только хотя бы года через два. Вот особой любовью я горю к многодетным семьям. Ну вот они настолько друг о друге заботятся. Вот так трепетно. Ну... С большой любовью к детям относятся. Ну это я могу сказать о любой семье, в которой у нас есть приемные дети. Вы знаете, у нас вот из отцов чаще всего бывает все-таки Анатолий Николаевич. Они вот в клуб, на мероприятия, на общие, допустим, концерты, они больше ходят, нежели к нам в библиотеку, папы конкретно. Мамы приходят к нам с большим удовольствием всегда. Эту работу у нас нарисовал Винничук
Анатолий. Он уже много лет живет в семье, удовец Валентины. Сейчас у нее трое приемных детей. У этой женщины она всю свою жизнь и все свое время посвящает им. То есть для нее основная работа – это забота об этих детях. Здесь у нас Любовь Ивановна Жученко изображена. Нарисовала ее Наташенька. Вот. И Настюша. Вот эти девочки, они и танцуют, и поют, и рисуют. Талантливые девочки очень. Ну, надо отдать, конечно, должное родителям обоим. И папа очень трепетно заботится о них. И куда-то увезти, и привезти детей, и на какую-то репетицию. Должен порядок сразу быть. Не приучишь – все. Так она останется на все время. С ребятишками работаем тоже, занимаемся. Тоже на фестивале вот мы ездили, в Куйбышев, в Барабинск ездили. Тоже дипломы первой степени привозили. Вот так мы работаем.